Скажите мне, как это работает? Вот, смотри, так зацепил, вытащил, так вот обнял, щелк, готово. А как это называется? Степлер? Топинер. Топинер? Угу. Кстати, из Красноярска привезенный. Вот этот. Так, мамусику надо сказать, чтобы Саша купил, подарил, да? Это, мне через Олю привезли, вот я пользуюсь. Ага, горох тут этот. Да, это надо убирать. Я больше поливаю. Олю запускать, она тогда эти поле тут все делает. Ага. Ну вот длинный, например, да? Так, ну-ка. Вот смотри, раз, раз. Так это вообще вещь. И там скрепочка. Раз, там сразу. Скреп, все. Ну, продается отдельно скрепочки, вот сколько этих проводов управляется, и стреляешь, и стреляешь. Офигеть! Слушайте, ну, вот, смотри, так вот. Это вообще вещь. Вот, вот, вот он, да? Вот. Вот смотри, вот так раз, его, шпок, готово. И маленький раз, он раздвинулся. Ну, слушайте, это вообще невероятно. То ну, есть эти даже. Это недолго получается. Если подвязка, то ты начинаешь. Надо к чему-то подвязать. Снизу пока это. Ага. А тут одну веревочку сделал, и получается она на ней висит. Одну, да, снизу самого, допустим. Ну, самое главное еще по веревочке. Надо в таком месте сделать, чтобы она не сильно жестко была, потому что он утолщается, когда она сжимает его, веревочка. А, и питательные вещества. Ну, хуже проходит, конечно. Ну, все проходит. Но все равно, когда я как делаю, раздвоение когда пошло, да, зацепку делаю, не обжимную, а вот просто она чуть-чуть свободнее. И от нее все идет, и, пожалуйста. Слушайте, ну вы до августа месяца-то они у вас цветут и цветут, получается? Растут и цветут, да? И выдают уже, вот сколько. Вот там уже красным, я видел, вот. Ага. Смотрите, вот красненькие там. Они краснеют и выдают, и собираем. Вот тут сорт ляфа есть, вот, который плотный, мы их сосаливаем. Ага. Они не разваливаются в банке. То есть они когда не лопаются, да? Не лопаются, когда... это раз, и когда ты как квашню вытаскиваешь, это где-то становится помидором. Он жесткий такой, но он когда его просаливает, он мягче становится, но он не такой, что И течет. А это... именно как помидор его помидор. Ешь. Бабушка вот постоянно мы ест, засаливаем. Мы сами не ем. Бабушки засаливаем, она каждый день ест помидорки по 3 штучки. Ага, в чем? Они... В бочке или в банке? В банках, Но они мало. Они небольшие, то есть я их на самотек пускаю, они много дают этих самых, если их пасть, то они будут более крупные, а смысл зачем? А надо вот средненькие они такие появляются, чтобы засало. Ну, когда краснеют, они не на кусту, вы на тоже кусту, с ним? На кусту, все на кусту, собираем ведрами потом на кусту, вот они покраснели, ведро пришли, собирали. Ага, дальше. Тут же на засолку. Ну, это, ну конечно, конечно, конечно. Слушайте, вот вы молодец, а? Тут даже, как это? Так это еще не все. Труд с февраля месяца. Ну да, я ж на пенсии, я сейчас только... Я только жить начал, можно сказать, на пенсию. Дело в том, что лет... У меня вообще строительная работа. Я работаю, там, деньги зарабатываю летом. А все равно зимой работы нету. То есть получается, что это так и так. Сезон это. А сейчас уже просто не хватает времени иногда. Придешь усталый, польешь скорее и побежал. Потому что мне прополоть надо. Ну, много чего надо.